Здравствуйте, дорогие подписчики! Сегодня мы решили сделать барбекю, а я решила сделать зеленый салат. Взяла беби шпинат и оракула. Вот смотрите, это оракула, все знают, а это беби шпинат. Ну, шпинат каждый знает. Предварительно я его сполоснула, все овощи, конечно, помыла и порезала. Так, кладу я зеленый перчик. Зеленые огурчики, спаржа свежая, зеленая, так, и сельдерей. Так, все, конечно, мы заправляем оливковым маслом. Вот, смотрите. Ну, я не знаю, на любителя я вот такую ложку добавлю, а кто захочет, еще добавит. Добавляю уксус яблочный. Вот он, сидр. Apple cider. Так. Также ложку. Можно лимонный сок. Так, теперь черный перчик. Без него никуда. Все любят его. Так. И вот такую соль, розовая соль. Так. Все, хватает. Кому не будет хватать, сами посолят. Ну и все, помешали. Вот и готов наш зеленый, полезный, вкусный салатик. Пробуйте, наслаждайтесь. Спасибо за внимание. Пока-пока!